Педагогическое сообщество столицы республики свой профессиональный праздник отметило во Дворце детского и юношеского творчества. Слова благодарности в адрес тех, кто учит и воспитывает наших детей, прозвучали из уст главы города Чебоксары Леонида Черкесова. Главный результат учительского труда, уверен Леонид Ильич, это талантливые ученики, у которых все складывается и в жизни, и в карьере. Система образования города Чебоксары выходит на новый современный этап. И сегодня мы можем гордиться столичным образованием. Если подвести итоги 2014 года, посмотреть, 5 школ, топ-500 лучших школ России. Лучшим учителям и воспитателям вручили благодарности и почетные грамоты Министерства образования и молодежной политики республики и администрации города Чебоксары. Екатерина Степанова, Олег Якимов, Республика.